Привіт, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – другий міжнародний фестиваль історично-середньовічного бою «Кубок Ольвії» 2017, який відбудеться в Миколаєві 20-21 травня. Саме про цей фестиваль ми поговоримо з нашими сьогоднішніми гостями, його організаторами – Василь Цимбал і Ілля Котов. До вашої уваги, друзі. Друзья мои, здравствуйте. Здравствуйте. Нет, простите, не друзья, господа рыцари. Приветствую вас. Здравствуйте. Господа, акцентирую ваше внимание на том, что у нас сегодня в прямом эфире телеканала «Николаев» настоящие рыцари с настоящим боевым оружием. Будьте осторожны, господа. Итак, Василий, Илья, совсем немного осталось до фестиваля, который будет проходить у нас в Николаеве. Вы сегодня явили себя миру рыцарями, ну, в принципе, вы таковым и являетесь, но просто сегодня вы уже сняли маски и явили себя в Открыли забрало и явили себя в истинном таком виде. Василий, Илья, будьте добры, если можно, несколько слов о фестивале, а потом мы уже перейдем именно к вашему внешнему виду, к вашему оружию. С удовольствием. Ну, мы уже неоднократно говорили, что в этом году у нас проходит уже второй фестиваль, в этот раз он является международным. Международный фестиваль по историческому средневековому бою, который называется «Кубок Ольвии 2017». 20-21 мая он проходит у нас на территории Николаевской конно-спортивной школы. Ну, рыцари любят коней, кони любят рыцарей, чтобы был хороший антураж. Извините, шкура не лошадиная? Нет, в коем случае. Это рыцари коней только вообще. Дичь. Да, только дичь. Дичь. Но вот рыцари лошадей любят, потому что лошадь несет рыцаря, да, к победе. Вот. Проводим вот такой большой фестиваль. Это знаковое событие в Николаевской области, потому что до этого в нашей области подобные фестивали не проводились. Как бы, то есть мы проводили первый фестиваль вот в Парутино, и как бы, поскольку мы все находимся на альвийских землях, равно как Одесская область, это земли Таврии. На древних землях, да, на которых перебывали все и греки, и римляне, и генуэзцы, и рыцари. Кто здесь только не, только был, здесь да, только не ходил, и кто здесь только не поднимал меч. Вот, теперь мы проводим здесь вот такой исторический масштабный фестиваль. Вот, что мы хотим, для чего мы, собственно, это делаем, понимаете? Это сейчас очень серьезный, как бы динамично развивающийся вид спорта, не только в Украине, но во всем как бы, мире. Так это спорт, не да. искусство? Вы знаете, это... Синтез, в общем-то, очень многих направлений. Вообще, что такое исторический средневековый бой? Да? Начнем как бы с этого по порядку. Понимаете, это и спорт полноконтактный, ибо рыцари сражаются в полную силу. Это и туризм, это и активный отдых. И это глубокое изучение истории, в данном случае средних веков, разных стран. Ну, есть европейские страны, да, которые вот мы занимаемся реконструкцией западноевропейского рыцарства. Есть люди, которые реконструируют Русь, есть люди, которые реконструируют монголов, соответственно. То есть, ну, период конец 14-го, начало 15-го столетия. Вот, то есть это реконструкция и одежды, реконструкция и доспехов, и настоящие средневековые полноконтактные бои. А вот вы это реконструируете мощное... кого? Ну, у нас Англия, конец 14-го, начало 15-го Англия. Столетия, да. Значит, ну, кто-то реконструирует Фландрию, кто-то реконструирует Германию, кто-то реконструирует, там, допустим, я не знаю, Польшу, Великое княжество Литовское и так далее. Но как бы спортивная составляющая, вот непосредственно исторический средневековый бой, это для всех единые правила. На сегодняшний день существует международная ассоциация в нашем виде спорта, и этот спорт с 2016 года, хотя он имеет очень многолетнюю историю, он официально признан в Украине как полноценный вид спорта. Вот, и должен сказать с большой гордостью, что в этом году наша национальная сборная Украины по историческому средневековому бою на международном чемпионате «Битва наций», в который входит более 70 стран-участниц в мире, заняла фактически чемпионат мира, который проходил Битва наций, который проходил в Барселоне, в Испании. Наша сборная Украины заняла первое место и привезла в Украину золотые медали в этом, так сказать, в определенных номинациях. Вот. Я очень горжусь, потому что там и мои ученики входили в состав этой сборной. Не перевелись еще на нашей земле, добрые молодцы. То есть это большое достижение. И сейчас эти ребята из национальной сборной тоже среди очень многих клубов, а к нам едет, в общем-то, элита рыцарства Украины и ближнего зарубежья, они тоже приедут, и николаевцы, и гости нашего города, кто приедет на наш фестиваль, смогут непосредственно увидеть их в рыцарских полноконтактных боях. И даже
прям прикоснуться к истории. Да, и прикоснуться, да, могут и прикоснуться, и мы, у нас есть возможность там и будет и переодеться в доспехи, и фотографироваться в них, и поучаствовать в боях на мягком снаряжении, и пострелять из лука, то есть это не только рыцарские бои люди увидят, но и непосредственно могут окунуться вот в эту волшебную атмосферу средневековья, которую мы будем стараться максимально воссоздать на нашем фестивале в течение вот этих 2 дней. Господа, но прикоснуться к истории и своими руками даже пощупать средневековое настоящее оружие вы можете сейчас прямо в прямом эфире телеканала «Николаев». Вот господин Василий держит в руках настоящий боевой меч с кровостоком. И, насколько я понимаю, уже ни одного врага зарубил, да, Василий? Ну, будем так говорить сразу, чтобы... Никто только не в прямом эфире. Только не в прямом эфире, да. Будете? Ну, конечно, да. Не надо. Чтобы никто ничего не подумал, значит, сразу скажу, что вот во всем спорте у нас как бы, ну, поскольку это цивилизованный тоже спорт, да, все то, что мы держим в руках, да, это, естественно, реплики исторически достоверных как бы боевых мечей, но... Одно большое «но». Естественно, что они затупленные и изготовлены так, чтобы являлись, у каждого есть на это дело документы, чтобы это являлось макетом спортивного инвентаря, вот, потому что наша задача побеждать в боях, а не убивать друг друга, да. То есть это не боевое холодное оружие, соответственно, это реплика и является макетом спортивного инвентаря. То есть он затупленный, но по сути... Ну, судя по зазубринам, да, и но по... рыцари сражаются в полную силу, конечно, но должен сразу сказать, что на самом деле в средние века, когда проводились турниры, да, рыцари также не сражались боевым оружием, которое было рассчитано непосредственно на войну. Точно так же, как и в 14-15 веке, мечи, топоры, копья, они тоже были затупленные, скругленные на турнирах, да, потому что как и тогда, так и сейчас это являлось все-таки спортивным состязанием, дабы показать свою отвагу, смелость, силу, ловкость и так далее. Но не для того, чтобы друг друга убить. Ну, представьте себе, король, так сказать, во славу там своего королевства, да, захотел устроить рыцарский турнир. И лучшие рыцари его королевства вдруг погибли в турнире во славу короля. С чем останется король, да? Да. Вот, поэтому, естественно, для турниров и для таких вот единоборств всегда делалось именно как бы вот оружие, которое затупленное. Точно так же, как у нас, все в соответствии с законодательством, это является... репликой спортивного инвентаря. Но поверьте мне, что для участия рыцари бьются по-настоящему, в полную силу, и ощутимый эффект есть от нанесения таких вот... А можно попробовать? Конечно, пожалуйста, господа, вот берите в прямом эфире, сейчас господа, ведущая нашей программы. В прямом эфире, да. Телеканала «Николаев», держу настоящий рыцарский меч. Хочу вам сказать, что он достаточно тяжелый, и врага мы будем разить... Смело. Да. Ну, благодарю вас, дай, пожалуйста, это действительно. Но да. Есть еще у Василия. Вот Илюхе мы сейчас отдадим меч. Одно оружие. Василий, продемонстрируйте. Ну, вот, да. Вот, это тоже да. Такой мини-меч? Нет, это кинжал. Это кинжал, он, в общем-то, является охотничьим, ну, потому что все рыцари, по сути, да, жили как бы во многом тоже охотой. Охотой это просто являлось благородной забавой рыцарства, да. Вот поэтому существовали вот такие кинжалы. Вот это вот реплика, тоже реплика небоевая, соответственно, кинжала 15-го столетия. Вот, значит, европейского, вот, тоже сделано как бы вот, ну, это более антуражная вещь, на ней не сражаются, да, но дело в том, что современные рыцари, реконструкторы 21 века, они стремятся реконструировать не только битву, да, но непосредственно и быт, антураж, то есть шатры, костюмы, то, что на нас с Ильей сейчас вот сейчас надето. Вот, обратите внимание, телезрители, вот на Василии, на Илье пояс с крестами. Что у вас еще? Вот не портупея, как это называется? Я сейчас могу детально более чуть рассказать о костюмах. Значит, смотрите, дело в том, что ну, у каждого рыцаря да, был гражданский костюм, который соответствовал его статусу непосредственно в обществе, да, как у нас сейчас. Идет человек в костюме. В Дольче Габбана. Да, в Дольче Габбана. Сразу понимают, что это человек в Дольче Габбана. Да? Идет человек там, в чем-то другом, сразу понятно, кто он, ну, более-менее. Да? Точно так же и тогда встречали по одежке. И, соответственно, у нас вот абсолютно историчная ткань. Это правило движения, правило наших клубов, что мы все используем только настоящие аутентичные материалы, которые существовали в реконструируемом нами периоде. Обратите внимание вот на Илью, да, если мы покажем. У него тоже рыцарский... Кафтанчик такой. Да, рыцарский кафтан, это катарди 14-го столетия. Это, соответственно, Дживанши отдыхает, да, головной убор. Равно как и у меня тоже головной убор с моим гербом. Здесь это шерсть.
Это тоже катарди конца 14 столетия. Это настоящий бархат, ручная вышивка, ручной пошив. Это все не на машинке шито, это шито все вручную. А ручная это прекрасная дама вышивала? Когда как? Вы знаете, я вам скажу, как что... Как кого да, запряжешь. Да, да, как кого запряжешь, совершенно верно, да. Ну, вот кресты вышивал лично, это своими руками. Вы? Да. Василий? По два месяца где-то на один крест. Боже ушел. Мой. Вот. Вы точно так же рыцарская жизнь заставляет. Рыцарский пояс, вот, это показатель статуса, что мы являемся рыцарями. Точно так же вот такие пояса, как у меня и у Ильи. Вот. Соответственно, то есть сумки, все эти вещи, это то, что носили рыцари в нашем периоде. И сапожки. Обязательно исторически достоверная обувь. Ну, ноги, если можно задирать, не будем все-таки. Вот, то есть обязательно, то есть вот все рыцари, которые занимаются нашим видом спорта и нашей деятельностью, они обязательно должны иметь такие костюмы, потому что проводится, помимо допуска оружия на безопасность, да, проводится еще историческая комиссия, у нас она тоже есть, на соответствие. Так называемый паспорт костюма, соответствие истории, чтобы у нас не было каких-то ну, несоответствий. А вот все равно, вот ваши костюмы отличаются. У вас, Василий, костюм более такой грозный, а Илья, он больше располагает к созерцанию. Илья, и ваш головной убор, и шкурка дичи, которая так уютно расположилась на ваших коленях. Ну, вы не такой задиристый, как ваш товарищ Василий, судя по этому. Я просто, как бы, сейчас на мне костюм такого, скажем так, повседневный. То есть, если мы можем Василий сказать, что у Василия... Костюме, нет, да? Это больше парадный костюм, парадный. То у меня костюм повседневный. Домашний, да? Домашний, будьте да. Как дома. Домашний, да, рыцарь так, дома, Илья, да. Будьте как дома. Да. Ну, тогда я могу постелиться и да. Лечь прямо здесь. Да, вот прям, да, вот да здесь, что, да, полежать. Вот, ага, то есть шкурку вы носите с собой для того, чтобы... Да, чтобы сюда можно было прям вот... Встанете. Да, взять туда, вот сесть так, вот совершенно, да. Отдыхать. Да. Ага, господа, посмотрите, да. Посмотрите, вот, да, на него сейчас вот, да, камеру наш покажем. Да. Герой Илья да. Котов, прямо он вот, уже практически. Да, вот можно сейчас в кадре видно его ноги. Вот сейчас мы его посмотрите, покажем полностью целиком. Да, вот. Да. Вот так рыцари, хорошо. По сути, вот так рыцари посмотрите. Отдыхают. Да. Эта картина будет два дня фестиваля. Ну, да, я могу сразу. Я вам хочу сказать, как вы уютно. Очень удобно. Да, я могу, конечно, сказать, что это, знаете, как это блажен, кто верует. Да, есть такая поговорка, Илья надеется два дня так поспать. Я боюсь, что я ему не дам этого сделать, а он не даст мне так полежать, потому что у нас, вы же понимаете, это колоссальная работа. Колоссальная организация. Ну да, если отойти да. От вот этих всех атрибутов и окунуться в организаторскую работу, то это колоссальный труд, потому что организация любого фестиваля, телезрители, поверьте мне, это работа день и ночь, без выходных, 24 часа, я не преувеличиваю. Да, это совершенно верно. Действительно, это 24 часа, потому что очень большая работа и с рыцарскими клубами, которые должны приехать и обеспечить им надлежащие условия. И, естественно, это работа с вами, так сказать, дорогие друзья, надеемся, наши гости фестиваля, то есть, чтобы вам было комфортно, потому что мы на фестивале, сейчас Илья тоже подробнее расскажет, какие, потому что мы, помимо рыцарских боев, у нас еще огромный сектор, как бы, моментов, там, сколько интересного всего будет на нашем фестивале. Это, конечно, и просто какие-то вещи технические, организационные вопросы. Действительно, мы с Ильей, ну, пашем... Действительно, 24 часа в сутки для того, чтобы иногда гости... чуть больше. Да, гости, да. Иногда чуть больше, больше, да, больше, да. Для того, чтобы... У нас же двое. Все, да, да, всем гостям нашего фестиваля. Получается, 48 часов в сутки, да. Вот, чтобы гости нашего фестиваля чувствовали себя максимально комфортно, и им было, конечно, максимально интересно на нашем фестивале. Гости уже созваны, уже кони запряжены, и гости сейчас собирают свои рыцарские сумки дорожные, чтобы уже выезжать в Николаев. Да, Илья? Так точно. Абсолютно верно. И еще даже успевают прихватить с собой друзей, одноклубников, потому что и прекрасно, заявки, дам. Заявки начинают сыпаться дополнительные на участие в турнирах. Просто... Фактически, там ежечасно. Да, вот буквально полчаса назад еще один очень именитый в Украине клуб и тоже член национальной сборной Украины по ИСБ заявились к нам на фестиваль в количестве 12 бойцов. Это огромный клуб «Князь» из города Харькова. То есть замечательно по уровню профессионализма бойцы. Вот, нам полчаса только назад они позвонили и сказали, мы едем к вам.
Ух ты. То есть помимо того, что у нас очень большая география, и Харьков, и Одесса, и Сумы, и Хмельницкий, и да, Киев, и ребята из Донецка, которые сейчас тренируются на территории Украины, то есть и Мариуполь, и как кто хотите, и из Молдовы к нам едут ребята, и даже из Казахстана. А то для того, чтобы разместить всех гостей, вы арендуете замок? Но у нас здесь нет средневекового замка, где бы можно. Вы знаете, для настоящих рыцарей это не проблема. Не проблема. Да, потому можно что, их и в лесу да. поселить, нет, или лесопосадки. Да, вы знаете, нет, на территории, непосредственно на территории иконоспортивной школы, там прекрасные условия, замечательное поле, и хочется сказать что отдельные слова благодарности руководству иконоспортивной школы, ее дирекции, которые нам позволили проводить там этот фестиваль. Прямо на глазах у зрителей будет развернут настоящий рыцарский шатровый лагерь, потому что у нас есть много шатров, то есть это будет настоящий рыцарский лагерь. И что, вы там будете жить? Мы, конечно, мы там будем жить. И ночью спать на каждом фестивале. Это не новость, это нормально. Как бы мы разбиваем настоящие рыцарские шатры, полноценный рыцарский лагерь, где мы живем, кладем свои доспехи, спим, отдыхаем, готовимся к сражению. Ребята там 2 дня проводят, вот они приезжают вечером перед началом фестиваля. Уже на утро все стоит рыцарский лагерь, в конце фестиваля собираются, пакуют все эти огромные тюки и едут дальше по домам или на новые фестивали. Какие вы удобные гости, не надо думать, боже мой, чем накормить гостя, где его поместить, чистое белье? Нет, чем накормить надо думать всегда, конечно. Ага, а чем же ж накормить и как накормить? Вы думаете в две головы? Да. Чем? Это сам, потому что ненакормленный рыцарь. Очень злой. Ну, в принципе, да, голодный мужчина, если ты хочешь что-то, какой-то ласки, накорми сначала мужчину. К рыцарю это тоже относится. Ну, поэтому мы перед боями их кормим не очень много. Да, вот насчет боев. А вот потом уже после боев, там уже, чтобы по-нормальному люди поели. Господа, вот насчет боев, действительно, и так предстоит бой, но сытый рыцарь, он как-то не сильно рвется в бой. Илья со мной согласится, я вам скажу, мы могли бы все в нашем рыцарском спорте носить значок «Хочешь похудеть, спроси меня как». Потому что реально боец за 2 дня полноценных активных боев, вот таких рыцарских, теряет до 5 килограмм. Вот, потому что это колоссальное напряжение, движение, доспех весит до 25 килограмм, доспех весит от 16 до 25, и огромное движение, активные действия, много жара. Люди выкладываются по полной, то есть это колоссальные труды, натренированные организмы, но ребята очень хорошо теряют вес, и поэтому покушал, это уже просто для поддержания жизнедеятельности, я бы сказал, а не там для того, чтобы лечь и лежать. А как с алкогольными напитками? Ну никак, дело в том, что, понимаете, ну это спорт. Вот. И у нас в этом смысле очень строгие правила, в принципе, у нас... Жесткие даже правила, конечно, да? Конечно. Ну, я вообще скажу вам, почему мы позиционируем это мероприятие как развитие и пропаганда здорового способа жизни, да, для молодежи. Ведь мы ориентированы в основном на молодежь. Ну, вы и сами не старики, вот. Вы тоже молодежь. Ну, даже на большую молодежь. У нас люди приходят где-то с 16, да, Илья? Да, начиная с 16 лет, когда уже паспорт студенты, получают и да. могут сражаться, да. Mm-hmm. Вот, что спорт, в общем-то, травматичный. Но это, по сути, отказ от алкоголя, а наркоманов у нас просто не бывает, они умерли бы в первые 2 часа тренировки. Ну, тогда один только меч такой поносил. Да, как бы, поэтому это здоровый способ жизни, и, конечно, никакого алкоголя во время проведения таких мероприятий люди себе не позволяют. То есть, что они там делают, когда не это не наше дело, это частная жизнь каждого человека, но люди, как правило, не балуются этим делом, потому что, ну, сердце не выдержит. Вы представьте себе, при жаре там в 30 градусов, даже если я уже не говорю там про такие фестивали, которые, как в Испании, да, вот, это жара ж страшная, и доспех, и сердце просто может остановиться, поэтому люди такими вещами не рискуют баловаться. Есть еще один нюанс, господа, и он тоже, я думаю, не менее важный, по поводу поддержания порядка в вашем рыцарском лагере, потому что ваш фестиваль предполагает стечение большого количества народа. Там, где очень много людей, конечно, очень сложно поддерживать порядок, вернее, даже не сложно, нужны очень слаженные действия всех участников фестиваля для того, чтобы не произошла какая-то потасовка, не произошла кража. Вот в этом плане, как обстоят дела? В этом плане, в принципе, мы, как и полагается всем организациям при проведении фестиваля, подавали соответствующие уведомления в, скажем, силовые структуры. Ну и плюс нам помогают
как бы слаженно это организовать, чтобы действительно было безопасно для детей, для посетителей, для взрослых, не было пьяных, не было дебоширов, не было каких-то провокаций. Все это... Да, потому что мы очень серьезно подходим, серьезно к вопросу безопасности. Но это не первый наш фестиваль. С нами работают очень хорошие партнеры, которые будут организовывать профессиональную и многочисленную охрану данного мероприятия, которая закрывает полностью своим вниманием всю территорию проведения днем и ночью. Ну, вот это профессиональные люди. Потому что не хотелось бы, чтобы какие-то высокопрофессиональные люди организовывают нам охрану данного мероприятия, и они с нами прекрасно отработали вот на Кубке Оливье 2016, который проводился в Парутино, да, в том году. И в этот раз они тоже с нами работают, то есть это хорошие специалисты, мастера своего дела, которые культурно и серьезно подходят к решению комплекса вот вопросов безопасности на проведении подобного мероприятия. Поэтому, что можно быть спокойными за себя, за детей. Ну, а по поводу рыцарей, это очень, на самом деле, цивилизованные и культурные люди. Вы не смотрите, что мы такие, как бы, да, вот такие, наверное, немножко агрессивные ребята. Вы как бы выглядим, да? Василий, вы, наверное, не видели агрессивных людей. Ну, может быть, может быть. А, на самом деле, мы совсем не агрессивные, мы очень позитивные настроенные товарищи. И, как бы, я вам скажу так, что люди, которые приезжают сражаться, они любят туристов, с удовольствием с ними фотографируются, с удовольствием с ними общаются, вот, и как бы все это нормально, но это практика всех фестивалей страны, я вам скажу. То есть здесь можно быть совершенно спокойным. А для детей у нас тоже будет чем заняться. Сейчас Илья нам в деталях тоже расскажет. Мы занимаем всех, и взрослых, и детей, и молодежь. Предусмотрено все, да, Илья? Да. Стараемся. Стараемся. Ведь дьявол, он в деталях, как говорят. И, а Бог над всем. Да. И у нас планируется, нам помогает студия детского развития «Мудра Сова». Они будут организовывать бесплатные мастер-классы для детей. Они будут там рисовать, рыцари рисовать какие-то. Лепить там, тематику, там всяких, да, лепить драконов. Из пластилина. Да, да, все как положено. У нас будет тематический исторический квест «Рыцарский орден», где команды детей смогут там... получить посвящение официально и грамоту рыцарского ордена. У нас будет возможность пострелять из лука, покататься на лошадях, побиться на мечах. То есть все то, чем рыцарь, по сути, занимался в своей жизни. Да. То есть, тренировался бою, тренировался конной езде и стрельбе из лука. А места хватит на территории? Да, хватит места. Мы уже неоднократно выезжали на место проведения. То есть у нас есть четкое очень зонирование мероприятия. То есть, ну, мы очень серьезно, комплексно подходим к организации. Мы же понимаем, что как бы людей много и всем нужно чем-то заниматься. То есть там хватает места, я же говорю, там прекрасная для территория для проведения данного мероприятия. Плюс у нас еще там будет фестиваль еды и эксклюзивная фотозона и прекрасная рыцарское кафе. Пару слов наши партнеры, о фотозоне. Да, я думаю, что каждый еще сможет ощутить себя не просто рыцарем, но и, скажем так, немного королем, сев на трон. Настоящий, да, королевский трон. Настоящий королевский трон, который будет у нас... скажем так, эпицентром нашей фотозоны. И можно будет одеть на себя доспехи настоящие, рыцарские, тоже в них сфотографироваться, как бы, то есть это тоже не проблема, все это возможно у нас на фестивале, и одеть снаряжение, попробовать себя в качестве рыцаря, то есть мы предоставляем такую возможность, потому что мы хотим, чтобы жители нашей области и гости нашего города заинтересовались этим видом спорта, может быть, кому-то захочется прийти к нам тренироваться, как бы, потому что мы с Ильей много лет готовим спортсменов и хороших спортсменов, как показывает практика последнего вот международного чемпионата, вот, где наши с ним тоже воспитанники принимали участие. Вот, поэтому как бы, мы хотим, чтобы это была вот новая страница. Новая славная страница. Мы города, очень этого, да, хотим, прилагаем все усилия в имидже нашего города Николаева, в имидже области Николаевской. Потому что всем нам хочется, чтобы была позитивная, хорошая слава нашего региона, и мы хотим свою скромную лепту тоже в это дело внести. Итак, господа, во сколько 20-го открытия фестиваля, во сколько происходит это открытие будет? Итак, значит, просто внимание, значит, чтобы все телезрители, чтобы четко понимали. 20-21 мая на территории Николаевской конно-спортивной школы
мы проводим фестиваль исторического средневекового боя «Кубок Оливии 2017. 20 мая фестиваль начинается в 11 часов утра. Он начинается с яркого рыцарского парада всех клубов-участников и церемонии торжественного открытия нашего фестиваля, за чем уже последуют наши рыцарские бои и вся та программа, которая нами предусмотрена. У нас есть официальный сайт нашего мероприятия, у нас есть группа и в соцсетях ВКонтакте, и группа в Фейсбуке, и в Инстаграме, и то есть информации как бы море. Все эта информация доступна, есть колл-центр нашего фестиваля, там же, где в этих группах все это указано. Вот, там, где, так сказать, можно купить билеты, можно их купить онлайн, можно у наших реализаторов. Цены очень демократичные, потому что мы хотим, чтобы фестиваль, да, или был максимально доступен для всех в нашем городе. Вот, то есть приезжайте, приезжайте заранее, приезжайте за полчаса, за 40 минут, за час, то есть уже с 10 часов можно приходить на мероприятие, дабы занять более интересные места. А если кто-то приедет в течение дня? Можно приехать в течение дня, это не страшно, потому что... Можно даже уехать можно, и приехать можно опять. Можно уехать и приехать что... опять, потому что программа интересная как в первый, так и во второй день этих сражений, и групповые, и индивидуальные рыцарские бои очень яркие. То есть можно в течение всего дня приезжать и уезжать, и приезжать снова. То есть абсолютно открыто. Допустим, так сказать, мероприятие, вот, и милости просим к нам на фестиваль. Господа рыцари, спасибо вам большое, время нашего эфира подошло к концу, но мы с вами не прощаемся, потому что я надеюсь, что увидимся на рыцарском турнире. Господа, не пропустите рыцарский турнир 20-го, вернее, фестиваль рыцарский 20-21 мая на территории Николаевской иконоспортивной школы в Николаеве. Пожалуйста, приезжайте, сражайтесь, потому что это мирное сражение. Це була розмова на тему. На все добре.